Новый вечер на радио НВ. Дмитро Тузов, все ніяк не звикну до цього музичного дизайну. Я Дмитро Тузов, і з нами сьогодні, як я і обіцяв, Айворас Абрамаючись, генеральний директор державного концерну Укроборонпром Пане пана вітаю вас. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Доброго дня. і ви намагалися так підказати ведучому новин стосовно вибуху в Бейруті та в Лівані. Я я так передбачаю, що у вас є якась а, важлива інформація. У мене немає важливої інформації, але ведучий я казав, що близько трьох тонн, Але я казав близько трьох тисяч тонн. трьох тисяч тонн? Наскільки це проблема для України? Можливо, вам щось відомо. Та чи зберігаються у нас в непотрібному стані вибухові речовини? Ну, моя дружина працює в сільськогосподарському секторі, і вони також своєчасно закупають селітру. Коли ціна буває дуже низькою. І тобто зутра з вони також обдзвонили своїх керівників на місцях в чотирьох областях і запропонували переглянути, яким чином зберігаються добрива. Тобто, ну, обов'язково це ну, серйозна така справа. І а ми всі, які там працюють з, з хімією, повинні серйозно до цього становитися. Сая да, я передбачаю, що проблеми ймовірно існують, але ось ця історія в Лівані трагічна. Вона все ж таки має бути поштовхом, щоб таким хорошим, не детонаційним, та але поштовхом до того, щоби. Вирішувати ці проблеми, але у нас наша з вами генеральна тема це все ж таки державний концерн «Укроборонпром». Я не буду ходити навколо, знаєте, тому що абсолютно конкретні питання є і, звісно, хвилюєте, що буде далі з, з цим концерном. Заява про те, що ви можете піти у відставку 30 липня, якщо не помиляюсь, ви про це сказали, що це може статись. А, ймовірно, ймовірно, я просто так собі міркую, може бути пов'язане із таким посиленням політичної боротьби за Укроборонпром. Я так розумію, що своє бачення стосовно майбутнього державного концерну має віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і, ймовірно, секретар РНБО Олексій Данилов. так? От в результаті такої. Я не знаю, чи коректно це називати боротьбою за Укроборонпром, а, але чи є ось ця ваша заява про можливу відставку результатом там, певного тиску на вас. Ні, немає ніякого тиску зараз. Я б... Якщо це було, я би про це казав. Я хотів би просто сказати, що ті, які слідять хоч трохи краєшком глаза, за то, что э, в украине с моей личной карьеры э, после того, как я был назначен на обсовет, они, наверное, четко все-таки отследили, что с самого первого момента, когда я стал генеральным директором, я сказал, что в качестве генерального директора я захожу, захожу на очень короткий э, период, потому что моя, моя дальнейшая цель э, и договоренность с президентом, что я все-таки буду заниматься стратегическим э, направлением в Укробромпроме. Поэтому я заходил всего лишь на несколько месяцев. В момент, когда стабильность в компании пропадала, некоторые компании практически отправляли в свободное плавание. И чтобы стабилизировать ситуацию, я в качестве генерального директора взял на себя такие обязательства. Потом пришел карантин и коронавирус. Бросать в сложнейший период, когда неясно, какая вот будет определенность и насколько это было просто некорректно, поэтому я остался подальше. И глава администрации на тот момент Андрей Богдан меня лично попросил, чтобы я как минимум до лета поработал в качестве генерального директора. Сейчас ситуация нормализовалась, стабилизировалась, и ровно три недели назад у меня была встреча с президентом, где я сказал, что уже пришел тот момент, когда нужно менять руководителя. И с моей точки зрения, и с точки зрения президента нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели в Укроборомпром и поменяли 30 директоров. И чтобы те трансформационные начинания продолжит я считаю, что генеральным директором после меня должен стать член нашей команды. А это правда, что Олег Уруський уже формует команду для «Укроборонпрома» и уже подобрал четырех заступников? Ну, я бы не сказал, что он формует команду для Укроборонпрома. В отрасли в целом есть большое количество проблем. Очень мало консолидированные позиции, очень мало кооперации. Я никогда в жизни не зависел от такого количества стейкхолдеров. Это и Министерство финансов, и Министерство экономики, и Рада национальной безопасности обороны, и Минобороны, и Комитет, и Офис президента и все остальные, все остальные, ну минимум 10 институций. И кто-то должен это лучше координировать на высоком политическом уровне. Поэтому я считаю, новосозданное министерство обязательно должна заниматься проблемами отрасли, формировать политику и обозначать контроль. Но ни в коем случае, ни в коем случае, подчеркиваю еще раз, не вмешиваться в хозяйство и деятельность отдельно взятых компаний, не расставляет своих кумовьев, сватов и друзей на должности в государственной компании и как можно дальше держаться не только от оборонных предприятий, но и других промышленных предприятий, потому что, когда политики занимались управлением государственной компанией, мы знаем, чем это. Ну, я розумію. Ви так на попередників натякаєте, Ми доберемося до цього. Що відбувається зараз в Укроборонпромі? Чи проведено незалежний аудит державного концерну? Тут ключове слово, мабуть, незалежний, і ви про це говорили як про ключовий початок змін і реформ Укроборонпрому. Ну, У смітья, всі інші державні компанії, Укрпошта, Укрзалізниця, Нафтогаз проходять путь і 4-5 лет тому назад ані. Они... проходили международный, независимый, консолидованный финансовый аудит э, несколько лет подряд, и после уже того, как э, они сделали это три года подряд, у них есть возможность с такой финансовой отчетностью э, залучить, э, скажем, через еврооблигации, через другие кредитные э, возможности, деньги э, на развитие по низкой э, ставке. Мы только на начале этого пути. Мы... Еще в конце прошлого года сделали тендер, Бейкер его выиграл, и вот эти все наши 137 предприятий, кроме 21, которые находятся на оккупированных территориях, сейчас проходят независимый консолидованный аудит за 2018 и 2019 год. Результаты окончательного аудита будут в четвертом квартале этого года. Это сумасшедший трудный процесс для этих предприятий, большинство людей в финансовых отделениях этих предприятий никогда не сталкивались с такой трудной задачей, в том числе англоязычных там нет, в том числе понимающих, что такое консолидованная отчетность, тоже не достает. Ну, учимся, идем вперед. А, до речи, режим секретности не заважает проводить аудит, незалежный аудит, международный аудит? Наши аудиторские компании, они аудитировали и другие достаточно засекреченные наши государственные институции, в том числе «Нафтогаз», в том числе государственные банки. Поэтому аудиторы имеют с этим опыт. Никаких феноменальных секретов у нас нет. 20 самых крупных предприятий в мире, в оборонно-промышленном комплексе, все публичные компании торгуются на бирже, тоже проходят аудит не то, что ежегодный, а ежеквартальный. Ну да, да, але мы знаем нашу историю, у нас часто на бюджету Минобороны, там, где отбывается закупивли, я засекречено. Нет, это сложности с этим нету. Сложность только в том, что мы аудит 2018 года делаем в 2020 году. Поэтому аудиторов э, на окончании года, чтобы проверить э, запасы, не было. Э, опытных э, сотрудников этих компаний на тот момент не было. Отчетность э, такая, скажем, трудно э, Поэтому первый аудиторский отчет, он может быть э, с некоторыми такими корректировками, э, которые будут указывать, э, как дальше компаниям жить, как правильно вести отчетность и так дальше. Но я хотел бы здесь э, сказать... Э, Людям, что финансовый аудит не показывает, кто и, и кто и где, сколько воровал. Такой аудит называется за, за форензик, могу, могу сказать, форензик аудит. И такой форензик аудит мы тоже обязулись сделать. И он начался буквально пару недель назад на одном из наших самых крупных предприятий, где мы будем подтверждать, были ли или не были, скажем, какие-то уже нарушения такого криминального рода. Ну, то есть не станет так, что меньшая часть деятельности Украины обороны будет буде проверена аудиторами? А, нет. То есть финансовый аудит пройдут все. А если в ходе форензика аудита подтвердится наши опасения и подтвердится вот такой путь правильной проверки, не нашей аудиторской палаты, не какими-то другими государственными органами, которые часто, скажем, закрывают глаза на очевидное нарушение, то тогда будем проверять и другие предприятия. Это достаточно трудоемкое мероприятие и достаточно дорогостоящее. Поэтому... А по, сколько, скажем, и сколько коштует аудит? Аудит в целом стоит сотни тысяч долларов. Эти гроши выделены с бюджета? А, смотрите, мы компания, которая из бюджета денег не получает. Это хозяйственная деятельность, мы на хозрасчете, поэтому компания каждый год в своем финансовом плане должна предусмотреть строку, которая в том числе и на финансовый аудит. Мы все -таки, Его не предбачило. Как Маргарет Тэтчер все-таки сказала, что нету государственных денег, нету каких-то денег министерств, есть только деньги налогоплательщиков. Поэтому мы, как государственная компания, управляем деньгами налогоплательщиков, поэтому мы вдвойне серьезно должны к этому отнестись и обязательно проводить аудит, который бы подтвердил бы, что мы достойным образом управляем деньгами налогоплательщиков. Подтвердите, пожалуйста, або, возможно, вы это цифры. Первый квартал 2020 года Укроборонпром завершил избытком 681 миллион гривен. Збиток в 681 мільйон гривень. Це при тому, що минулого року за той же період, тобто за перший квартал, був прибуток. В плюсі був «Укроборонпром», а і цей плюс становив 645 мільйонів гривень. Чи підтверджуєте ви такі цифри, і що відбувається? Чому таке падіння? Ну, сміть, ви мене трохи удивили, і я, звісно ж, що сьогодні йде така ніяка СМІ атака на нас, Це, опять же. связанная, скорее всего, с теми процессами, которые происходят по смене руководителя в нашей компании. Я вообще считаю нонсенсом в непубличной компании по крапицам смотреть на ежеквартальные результаты. Это если компания торгуется на бирже. Обычно и то неправильно, смотрят на квартальные результаты. Но закончился уже второй квартал. И можно подвести итоги первого полугодия. Так, так вот, их, так вас... вот. Вы первые, которые это услышите. По результатам первого полугодия, с вычетом одного единственного контракта по корпорации «Луч», который неправильно был в бухгалтерской отчетности зафиксирован в 2019 году, потому что он полностью осуществлялся в 2018 году, за первое полугодие по факту у нас чистый доход 14,4 миллиарда гривен, Эбида то есть прибыль до процентов и налога на прибыль и амортизацию 2 миллиарда гривен, и чистый доход, чистая прибыль 0.5 миллиардов гривен. Поэтому первый квартал был сложный, в том числе за первый квартал мы не получили ни копейки денег от Министерства обороны, потому что доз был принят самый крайний срок из всех последних годов. Первые деньги пришли только на первые числа апреля. Карантин тоже был, смена правительства, три министра финансов, два министра обороны, поэтому работали в крайних сложных этих ситуациях. И по сравнению с прошлым годом, я могу сказать, что с учетом вот этого ситуации получу. А у нас по чистой прибыли даже 7% рост, и по выручке она идентична прошлому году, а по EBITDA, это то, что финансовые инвесторы чаще всего обращают внимание, а не на чистую прибыль. То есть в этом году, в первом полугодии 2 миллиарда, в прошлом году 1,2 миллиарда. Там. Я записывал цифры, то для уточнения, чистый прибуток за пиврича 500 миллионов гривен. Так. Правильно, Так? ми продовжуємо нашу розмову. Шановні з нами в студії сьогодні генеральний директор державного концерну Укроборонпром Айорас Абромавичус. А тепер ми послухаємо новини. Новий вечір. Чи на радіо НВ так, шановні? Ми вже в ефірі. Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Айварас Абрамаючус, генеральний директор державного концерну Укроборонпром. А пане Айварасе, ви фактично підтвердили, що в першому кварталі це були складні часи для «Укроборонпрому», і фактично держава не робила замовлень. и державное оборонное замовлення запізнилося. Я між іншим раніше розмовляв із депутатом Сергієм Рахманіним. Він мені розповідав, що и до парламенту ДОЗ надійшов с серйозним запізненням, а що чому, чому так відбувається в країні, яка яка как як ви вважаєте, які Опять, координації не хватало. Я, коли був міністр, я був должен был отвечать за дос в том числе. Но ну, принимали, конечно же, еще до Нового года. Поэтому я надеюсь, что сейчас уже это правительство стабильное, есть новые вице-премьеры. и считаю, что одна из самых главных требований к новому министерству, чтобы ДОС был еще до Нового года, желательно там в конце даже третьего квартала, и чтобы он был не на один год, а на три года. Потому что в производстве ритмичность — это самое главное. Потому что если ты делаешь 100 бронетранспортеров в этом году, а в другом — два, а потом опять хочешь сделать 150, то к сожалению, сварщики, другие профессиональные рабочие могут разбежаться, а, а мы, потом мы... И уже их не соберешь. И вот пока не было державного замов... оборонного замовлення, а Украина еще и сворубляла оборонной техники. Конечно, были какие-то минимальные переходящие контракты, основная масса это ремонты. Некоторые предприятия за счет своих оборотных средств или за счет финансовой помощи от концерна делали продукцию в запас, потому что все-таки знали, что раньше или позже, апрель, май или июнь, поздно, но все равно заказы придет, потому что работаю много лет с Министерством обороны Украины, знаете их потребности, поэтому на добром слове, на честном слове все-таки изготовляли наперед. Но это неправильный подход, и из этого надо, конечно, избавляться. Заборгованности по зарплате есть? Я вот вижу информацию, вы ее або подтвердите, или простите, что, например, киевский КБ артиллерийского озброєння не получает зарплату с березня месяца этого года. Ну, это не совсем правильно, потому что они уже получили зарплату почти... 60% от 17 миллионов, что у них было, заборонность по заработной плотнее, концерну Караборомпром им перевел. Это вот типичная ситуация, которую должна решать новое министерство. Из-за существующих правил компания, которая имеет хоть малепусенький долг перед Министерством обороны, не может получить аванс, а КБО имела. С 2009 года там какой-то минимальный э, долг перед Министерством обороны. Министерство обороны за э, ремонт пушек э, не мог перевести им аванс. Э, э, и до апреля месяца не было доза, потом в мае, в июне э, зашевелились, все начали что-то делать, и вот только вот сейчас они получают э, заказ, к сожалению. Uh, і в ближайшому майбутньому це довго буде погашення. Цікаво, якби ті, хто зашевелілись в маї-юні, та якби вони з березня не отримували зарплату, можливо, у них би процес етелешевеління йшов би швидше. Ну це до питання про, про управління і про координацію. Те, про що ви сказали, а чи правда, що закупки ракет Вільха і Нептун фактично заблоковано? Що а, немає державного замовлення на ці ракети? Ну от зокрема, Юрій Бутусов. Головный редактор «Цензор.нет» повідомляє, что такие закупівлі, а это стратегичная зброя для Украины, переносятся уже на наступний год. Смотрите, «Нептун» только-только закончились успешные государственные испытания. И здесь хотел бы поблагодарить и, конечно, коллективу под руководством пана Коростелева Олега Петровича. И РНБО и Министерство обороны, что все прошло достаточно гладко. И уже на днях, я считаю, что этот, э, этот тип ракеты будет поставлен на вооружение э, у наших вооруженных сил. Это достаточно историческое э, событие. Что касается... А вы думаете, а лишь перед этим они в, серийное, в, серийное производство? Да, э, предприятие КБ «Луч» готово к серийному производству этих и множество других э, ракет. Это передовое предприятие в составе э, концерна «Укробромпром». Э, считаем, что э, ракетная корпорация будет тоже строиться вокруг КБ э, лучше, потому что в линейке продукции не только «Нептун» и «Альха», и «Альха-М», но и э, «Скиф» и «Корсар» э, очень широко употребляемые Противотанковые ракеты. И считаю, что от этого предприятия в недальнем будущем можно ожидать еще много позитивных сюрпризов. А финансование этих ракет, тех типов ракет, про которые вы говорите, уже разблоковано? А, вот это уже другой вопрос. Да? То есть должны внестись изменения в ДОЗ и закупиться достаточно хорошее количество альхи. Над этим сейчас как раз все стороны работают. Але ж вы понимаете, что это справа, что этот процесс может и рик, что наименьше? Не обязательно. Изменения в дозе бывают несколько раз в году, поэтому при должной поддержке профильного комитета, нового уже министерства, я считаю, что все-таки мы добьемся того, чтобы еще в этом году были выделены средства на покупку около 100 изделий альха. Вы сгадали профильный комитет и новостворенное министерство. А министерство обороны, кто то цьому этом берет в розрахунок? Насколько они активно наполягают на том, что новые типы озброєнь мають надходить в армию, в войска? Смотрите, в Министерстве обороны достаточно большое количество абсолютно профессиональных людей, в том числе по нашему направлению. Нам было приятно, работать и с прошлым профильным замом министра Петренко, и с нынешним Мироником, который выходец из наших спецэкспортеров. Мы вместе восстановили некоторые проблемные контракты, такие как по БТР-4 на Харьковском бюро конструкторском имени Морозова и так дальше. Хотели бы все-таки и по БТР-4, и по БТР-3, и по Дозору сделать такой план уже на три года чтобы загрузить полностью предприятие, чтобы военные, которые точно нуждаются в этой технике, могли тоже планировать, когда мы сможем им поставить. До речи, я, я, просто зараз згадав фразу президента Зеленского, помните, коли він казав про те, що там, в впродовж останніх п'яти років Украина виробила лише один боевой танк. Та я, я, ну, в це важко повірити, что це справді чуть справде так, и еще малося на увазе. Ну, смотрите, у нас все-таки бюджет, как и не было бы, жалко, не резиновый, поэтому есть ограниченное количество финансирования. И военные, в первую очередь, умеют считать. Они посчитали, и это было высказано как раз на этом визите на Харьковском заводе имени Малышева что военные считали на тот момент, что отремонтировать несколько, скажем, существующие техники выгоднее, чем купить очень дорогой новый танк. Но я считаю, что нам, во-первых, нужны эти танки, а во-вторых, наличие большого количества танков на собственном вооружении сделает работу в спецэкспортерах более успешные на внешних рынках, потому что многие наши традиционные рынки, которые заинтересованы в этой технике, они в первую очередь спрашивают, используете вы ли сами в э, военных условиях? Э, такую же технику, э, которую больше, хотите нам продать. Тем больше, что, на жаль, нам ЕД выкористовывать эту технику. Поэтому, считаю, опять же, новое министерство одной из главных задач сделать так, что то, что мы э, способны делать высокого качества, несмотря на достаточно високу цену, поставить mm -hmm. поставити своїм воєм. ви так пас перекидаєте по баскетбольному пас пересерйозно. <риск> <риск> я, я знаю, що ви чемпіон Радянського Союзу <риск> в складі молодіжної команди Литви, та і ви так по баскетбольному пас на новостворене міністерство. Ми готові ділитися своїми проблемами і підполагати рішення. А чи можете ви назвати цифру, скільки Україна випустила нової бронетехніки спочатку цього року? с початку этого года всего выпустила новый и отремонтировала существующий бронетанковый дивизион, около 300 единиц. Из этого там новая, это основная масса, это, конечно, БТР-4, это около 30, наверное, всего единиц новый, и там около 270, это отремонтированная техника. Отремонтирована. А чи правда, что найкращие зразки техники все-таки Украина продает за кордон, и они не идут в войска? Ну, это не совсем правильно. Не совсем правильный тезис, потому что, во-первых, с начала войны у военных есть вето. Когда мы хотим что-то экспортировать, они могут наложить вето и сказать, это нам нужно самим. А это Минобороны, моя работа, это? Это Минобороны. Вот как раз тот контракт на Ближний Восток от КБ «Луч», который был полностью изготовлен в 2018 году, отразился в финансовой отчетности не совсем правильно. В 2019 году это как раз был тот момент, когда еще до нас Министерство обороны тормозило каким-то образом, скажем, экспорт этой продукции за границу, потому что вроде бы и сама хотела, но и денег не было. Поэтому я считаю, что наши предприятия, которые просто ждут заказов, они способны одновременно делать. І не Інісриват закази і для своїх нужд, і для експортних нужд. Ну це якщо в них гроші на це будуть. Реформа, наскільки я роз... зрозумів, із попередніх ваших виступів, в тому числі передбачала звільнення від фактично розвалених підприємств, які на балансі існують, але тягнуть соки, ресурси і гроші з загального бюджету Укроборонпрому. А, и і є заводи, які можна назвати донорами, та? тому що вони заробляють. Вони реально працюють, по-перше. Да. Реально працюють, вони заробляють гроші і фінансують те, що вже давно померло. что а, щось змінилося з того часу, коли ви очолили «Укроборонпром»? Ну, смотрите, самые успешные компании, такие как «Луч», как «Ивченко Прогресс», другие, они на отрез отказываются помогать финансово тем предприятиям, которые не способны вернуть эту финансовую помощь через месяц-два или полгода и так дальше. Поэтому мы не должны рисковать успешными предприятиями, поддерживая неуспешные. Мы понимаем, что Советский Союз, Украина в составе Союза была 2,7% территории, но 30-40% от военно-промышленного потенциала. Поэтому мы изготовляли для большой страны, для всего восточноевропейского социалистического блока. И таких потребностей сейчас нету. Поэтому мы считаем, что тот законопроект, который мы разработали, в том числе мы его называем Финздрав, он должен погасить абсолютно безнадежную задолженность в таких предприятиях, как Харьковский авиационный завод, как завод имени Малышева, Зирка. Щоб ці предприятия, які точно не повернуть е, долги перед бюджетом, е, могли вийти із банкротного стояння і продовжувати працювати на страну, ну, але потреби, потреби існують звичайно. І знаєте, я згадав зараз а, такий а, відомий вам скандал, коли Україна закуповувала старі машини БМП-1, які були на консервації в Чехії свого часу, потім через польську компанію. Їх перепродали Україні, а, і, і все це так м'яко, я дуже м'яко формулюю. Ця справа в НАБУ перебуває за завищеними цінами. Отже, потреби в бронетехніці існують, і очевидно, що реформою мало бути відсікання корупційних схем. Я, я так розумію, що з цим, з цим теж проблеми зараз в «Укроборонпромі». Я би я... не сказав. Ні? Ми уже з нової команди руководім скільки місяців, да? і ні одного корупційного скандалу зв'язаний з новою командою «Укрбромпрома», немає. нету. Так, я може, думаю... це поганий показник, що нету. немає. А, розумієте, що, що немає а, того, що корупціонерів а, власне кажучи, викривають, викривають корупційні схеми. Смотрите, я с этим а, не согласен. Во-первых, много коррупции было связано с импортом. А, с, с начала года импорта практически нету. А, да, стараемся все-таки поддерживать собственные а, предприятия. А у нас видбулося импортозамещение, так? А, нет, смотрите, импортозамещение это другое. В прошлом году много импортировали и тех же самых боевых дронов а, из Турции, и все-таки завезли какую-то партию БМП-1 из Чехии из Польши. Райцы, Ассельсан в достаточно большом количестве. В основная масса импорта как таково и в дозе предусмотрено, что 10% в этом году будет импорт, это то, что мы сами практически не производим. Поэтому здесь конкуренции на самом деле не очень много. Но я сказал бы, что моя, наверное, главная задача как руководителя была гарантировать, что новые люди, которые приходят в концерн, что не будут повязаны с коррупцией. Я считаю, что мы с этой задачей справились на 100%. У меня сейчас сложное задание. Мы мали с вами сейчас финишировать, но есть еще много вопросов. И сейчас я маю решить, чи маєте вы еще возможность остаться в студии? Так. Так, добре. Тогда мы с вами послушаем новости. Дякую. Новый вечер. Новий вечір на Радіо НВ Ми вже в ефірі. Шановні, я Дмитро Тузов. Ну, слухайте, як я міг зупинити розмову з Айворасом Абрамевичесом. Звісно, ми продовжуємо. Тим більше, що генеральний директор державного концерну Укроборонпром говорить і називає реальні цифри, а не там загальні слова. якісь. А, і підприємство «Моторсіч». Яке його майбутнє надалі? Тому що мені здається, що ситуація абсолютно заплутана. Була домовленість з китайськими покупцями, при цьому вони гарантували державі 25% акцій цієї компанії, потім все було загальмовано. Що на сьогодні? Смотрите, Підприємство Sich, во-первых, вже з початку 90-х являється абсолютно частним підприємством. І здесь можна много спорить правильно, правильно. Было... А, а, але ж держава могла отримати 25%, але з іншого боку тоді втратити впливв на, на підприємство і передедати його китайським компаніям так я... Для нас эта вся інформація очень свежа, що корпораці ДіHча, DCH... скажем, достигла каких-то договоренностей с китайской стороны. Поэтому здесь, к сожалению, я вам ничего не смогу сказать, потому что я знаю столько же, сколько и вы. Я просто хочу сказать, что это всегда было частное предприятие. Частные акционеры, товарищ господин Богуслаев, его семья, его коллеги продали свой контрольный пакет в свое время китайской стороны и уже при прошлом Президенте начались э, переговоры, э, которые длились дольше, чем, возможно, все хотели бы. Э, и сейчас новость э, такая, что все-таки частная компания вступает в отношения. Я считаю, что у предприятия в целом перспективы очень неплохие. Э, я считаю, что нужно приложить максимум усилий, в том числе государству, в том числе новоназначенному э, вице-премьеру, чтобы гарантировать, что никакие технологии э, в Китай не уедут что рабочие места в Запорожье сохраняются? Э, сохранятся. А бы типа так можно его? Но всегда так можно. Мы же знаем, что в последнее время везде в мире самые передовые экономики, страны производят в том числе там, и промышленный эспионаж, воруются и технологии, и патенты, и все остальное. Поэтому, если ничего не делать, конечно, можешь все это потерять. И есть в том числе примеры и у нас тот же самый дозор, который о котором я говорил, есть польский аналог, который называется Ансила. и наши военные тоже хотели их много купить и даже купили, но это на самом деле наша разработка и каким-то способом она указалась у, у, у поляков и таких примеров по миру, не касающихся Украины, очень много и предприятие, которые там 40 лет ни один раз не увольняло людей вот в последнее время, когда я был сам на заводе буквально полгода назад, я видел, что все-таки с некоторыми сотрудники из-за сложного экономического... состояние предприятия прийшлося попрощатися. Поэтому я желаю им, їм, щоб ні і процвітали, і продавали і на місний ринаки на експорт качественно А Як ви взагалі бачите майбутнє укрборонпрому цього велетенського концерну? Досить часто можна почути, що власне концерн було створено за часів Януковича для того, щоб консолідувати фінансові потоки або схеми. А ось і було багато гарячих голів, які казали, що укороборонпром взагалі треба розпустити прибрати цю надбудову управлінську. А, і я, я бачив навіть еволюцію е, цих людей, які спочатку були радикально проти укороборонпрому, потім вони. Почали говорити, що ну очевидно, поспішати не треба. Треба спочатку провести аудит, розібратися щодо чого, а далі вже приймати рішення. І як один з аргументів пролунало те, що на світовому ринку виявляється, укроборонпром розглядають як можливого конкурента. Тому, мовляв, не треба поспішати розпускати. Хоча і така ідея була а, значить, передати управління, а власне підприємствам, які займаються і. За участі, як ви кажете, профільного міністерства, здійснювати здійснювати координацію. А, я, як ви ставитеся до того, що далі треба робити з державним концерном «Укроборонпром»? Він має зберігтися? Смотрите, мир уже багато років двигается в сторону централізації управління государственными предприятиями? Звісно, такого количества государственных предприятий, як в Україні, мало де є, але навіть якщо є яке-то количество там, 5, 10 чи 30, Будто это в Норвегии, будто это в Швеции или в Малайзии или в Сингапуре, все-таки большинство государственных предприятий уходят под холдинговую структуру и управляется с единого профессионального центра с независимыми управляющими, не министрами, не политиками, и тем более не депутатами из парламента. И у нас таких предложений было много, в том числе, когда я министр, создать холдинговую компанию и основную массу государственных предприятий, в том числе и оборонного комплекса, чтобы поставить туда в холдинговую компанию. Но если отделить оборонку от всего остального, потому что часто банки не хотят, скажем, кредитовать предприятия оборонно-промышленного комплекса, иметь в той же самой структуре с государственными банками, с нефтегазовыми компаниями, тогда можно отдельно и тоже под холдинговую структуру. Потому что концерн сам по себе, юридическая форма такая неудобна. И мы с помощью мировых консультантов сделали анализ, где предложили, что у как таковой в той форме перестанет существовать. Будет шесть отраслевых корпораций, которые объединятся вокруг более успешных компаний, таких как Луч радарная компания вокруг запорожской э, искры э, и так далее, э, и так далее. И здесь, опять же, и ребрендинг понадобится. Мы наняли уже и маркетинговую компанию, которая разработала, э, скажем, э, все эти мероприятия и дали множество э, предложенных новых названий. Я вот здесь могу сделать премьеру в вашем эфире и сказать, э, что в итоге э, мы пришли к выводу э, вместе с маркетологами, что у Укробромпром или останется все-таки называться у Укробромпром. Другое очень популярное среди коллектива и среди специалистов название было Скиф. Это в том числе название одной из самых наших успешного продукта. Поэтому, если будет желание политическое, в том числе переименовать уже ново трансформированные Укробромпром в что-то новое, можно назвать простым, красивым украинским Названням, має дуже хорошу асоціацію з Кіфу, ну відомо, що в Україні є заборона на приватизацію деяких підприємств стратегічного значення, але, знаєте, часи ж змінюються. Та у вас є гарантії, що далі у, у уряду не буде наміру приватизувати частину підприємств, які є на сьогодні успішними. Смотрите, нет такой процедуры или правильной практики приватизировать успешные или приватизировать неуспешные компании. Приватизировать те, которые показывают убытки, или те, которые очень э, прибыльные и так дальше оппоненты политические всегда скажут, зачем ты приватизируешь успешное предприятие, можно же себе попридержать. на Или зачем ты сейчас продаешь неуспешное предприятие? Давай ты сначала, если такой хороший управляющий, то сначала сделай им к прибыльным, а тогда продавай. Но мировая практика уже показала, в том числе и Центральной Европы и так дальше, что государство достаточно слабый собственник, особенно не стратегических каких-то объектов и так дальше. Те же самые конярства Украины. Ну, какое имеет отношение к стратегии страны такие предприятия или такие предприятия, которые занимаются в том числе ремонтом гражданских авиасуден и так дальше. Считаю, что когда будет политическая воля, когда будет правильный подход вместе с приватизации крупных объектов других отраслей, возможно, созреет э, и время для приватизации военно-промышленного комплекса частично. Но мы это не предлагаем сейчас. А вы все-таки приватизации в обороне? У нас достаточно много уже достаточно успешных частных предприятий в этой отрасли. Две трети гособоронзаказа — это уже частные предприятия, только одна треть — государственные предприятия. Поэтому я с большим удовольствием бы увидел бы в будущем, когда средние размеры наши предприятия, бронетанковые, например, отрасли, потому что у нас 6 бронетанковых заводов, в будущем, наверное, столько не нужно. Поэтому, конечно, нужно продавать, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы эти частники могли экспортировать в другие страны. Но, с другой боку, вы сказали, что, на жаль, держава не владеет жодною акцией той же Моторсичи. Там, Та, на жаль. И, и, и фактично уже втратила влияние на это предприятие. Ну, смотрите, в том числе в Соединенных Штатах действуют разного вида законы, запрещающие стратегические предприятия вообще продавать там иностранцам и так далее когда случилась ситуация вокруг Моторсичи, было предложено, чтобы такой закон утвердился и у нас. Я считаю, что он должен быть. И тогда через такие механизмы государство может контролировать, продавать Индии, Китаю, Арабским Эмиратам или Американцам. Тому що нужно исходить зі своих национальных интересов. уточніть, будь ласка, якою є ваша зарплата зараз? Та, тому що цифра в 4 тисячі з половиною гривень на місяць, 4 з половиною тисячі гривень на місяць, якось дивно виглядає. А свого часу, е екс-депутат вже Ігор Лапін. Говорил про то, что вы себе призначили полтора миллиона зарплаты. Я смотрел декларацию, там это не отображено, но и зарплата в 4,5 тысячи гривен вызывает много вопросов. Ну, я в начале нашего разговора вам сказал, что я заходил на крайне короткие периоды времени в качестве генерального директора. И я считал, что это не совсем корректно, особенно имея достаточно большие задолженности, в отдельных взятых предприятиях по заработной плате себе назначить зарплату на уровне руководителей других государственных предприятий, которые на самом деле берут эту роль на более длительный период. Поэтому кабинета я не ремонтировал, а он подлежит уже ремонту. И зарплату уже после разговора в том числе с супругой мы решили все-таки, что минимальная заработная плата на короткий период времени, практически на э, роли волонтерства какого-то, я считаю, что я свой вклад в развитие страны вношу таким образом. Вибачте за это а за рахунок чего вы живете? Ну, я бачу в вашей декларации там А надходження за те, що ви здаєте в оренду там житлові площі, та ну просто розумієте, в чому справа. Ви зараз руйнуєте стереотип, який зараз нав'язують дуже активно, що високопосадовець повинен отримувати мільйонні зарплати, інакше він буде красти. Це, і, тут, і тут у нас питання, чому чому ви? Де де в чому, в чому тут пазл не складається? Ну, смотрите, я з 99-го року был одним из собственников одной из самых успешных инвестиционных компаний вообще в этой части мира с управлением, активом под управлением 8,5 миллиардов долларов, один из шести акционеров. Я эту компанию продал, когда стал министром, поэтому я живу за счет сбережений, и моя супруга управляет сельскохозяйственной компанией уже почти 10 лет, размером 40 тысяч гектаров. И мы имеем достаточный семейный доход для того, чтобы жить таким же самым способом. Як eh, і до моєго волонтерства. А що з іншими топ-менеджерами Укроборонпрому? Ні, на жаль, шановні, ми вже не встигнемо зараз eh, вирішити це питання. Ми з вами стежимо за такою битвою із соросятами в країні, та соросята проти антисоросят, Чи як це звучить? Як ви ставитеся до, до цієї кампанії? Я вважаю, що термін не дуже красивий. Можливо, не смішно, але я вважаю, що йде битва. Прозападного вектора розвиття з тим, який все-таки хоче все, все зацементувати, щоб Україна залишилась вот в такому болоті, де ми і знаходимося до сих пор. Айворас Абрамович сьогодні з нами був генеральний директор державного концерну Укроборонпром. Дякую, пане Айворасе. Дякую, дякую. дякую за вашу увагу, шановні. Далі ми слухаємо новини. Новий вечір. Радио НВ.